Где я? Ай, что-то знакомое место. А, точно, я же что-то тут взорвал, по-моему. Где-то здесь был. Ой, что-то голова немножко болит как-то. Плохо. Неважно себя чувствую. И где тот самый человек, который мне помог? Я не знаю, конечно, что он тут делал, но... И где это вообще? Что это такое? Какое-то белое здание. Наверное, это какая-то лаборатория, раз тут есть какие-то зелья, котлы. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами... А кто я? А, я не знаю, как меня зовут. Я ничего, к сожалению, вообще не помню, как я здесь оказался и где я нахожусь. Я бы, конечно, спросил у того человека, но я не знаю, где он сейчас. И вообще, что это за мир? Он как-то похож на мой. Но я даже свой мир не помню. Господи. По крайней мере, я помню точно, что я не отсюда. Какой-то холм. Очень-очень странно все это выглядит, конечно. Где я? Кажется, я переместился в другой мир. И тут нету его дома. Что же мне делать? Ладно, попробую как-то один. И тут тоже он. Вот это да. Вот это я упал, конечно, сейчас. Блин, теперь надо отсюда выбираться. Тут еще и железо. Да, эти ископаемые были у меня в мире. Хотя, по-моему, немножко другие. Видимо, я могу что-то типа перемещаться между мирами. Ну, ладно. О, лошадь. А также я вижу пляж, но он только какой-то высохший совсем. О, я вижу деревья. Но я пока что посмотрю, что в этой деревне. Так, привет. А, какой-то охранник. Привет. Ага. Грядка. Котенок. И ничего толком. О. А в этом домике есть сундук. Тут есть хлеб, его можно есть. Тут есть еще карты. Наверное, я их с собой заберу и палки. Наверное, я нарисую карту. Может быть, она мне как-то поможет. Ведь без дома я не смогу нормально выжить. Садим. Ладно, подождем, пока сама лиса упадет. Так, семечко какое-то. Я уже есть хочу. Непонятная какая-то пещера. И, наверное, мне сейчас надо более-менее... Делать себе, наверное, что-то. Потому что без ничего я ничего не смогу. Так, наверное, как-то надо кирку делать. Правда, я не знаю, как она делается в этом мире. Может быть, как-то так? Нет. О! Деревянная кирка. Ну-ка. Да, ей я могу добывать камень. Так, я немного добыл себе камня, и, наверное, теперь я могу скрафтить себе что-то получше. Так. Это плита. А это палки. Так, наверное, каменную кирку я могу тоже... Да, могу. Также крафтиться. У меня так сильно болит голова, что я вообще не знаю, что тут как. О!
каменный топор. Я могу скрафтить топор. Наверное, я им могу быстрее рубить деревья. Ну, иначе для чего этот инструмент? Хотя, ну да, по-моему, я быстрее верстак сломал. Так, а я не помню даже, где я появился. А, вон, я вижу вон там дом, значит, это было примерно тут. Да не похоже. А тем временем солнце уже, оно садится, наверное. Да, вон, я вижу. Это тот самый каньон, в который я упал. И тут есть железо. Давайте спрыгнем. Добуду его. Так. Оп, перепрыгиваем все. И пока что я не вижу железо, которое тут где-то было. А, вот оно, я его прибирал уже, оказывается. Две штуки, по-моему. Да, больше нету. Так, чем я буду ее светить? Может быть, бумагой? Да, скрафтить как-нибудь факел. Нет, может, уголь? Да. Там ничего, видимо, нету. Ничего. Так, мне интересно, я могу крафтить какие-нибудь инструменты? Вот, по идее, я должен крафтить инструменты из каких-то слитков. Наверное, из медных будут получаться какие-то инструменты, которые будут получше, чем каменные. Я надеюсь на это. Я вижу железо, но я его не могу добыть. Давайте попробуем. Нет, пожалуйста, живи. Я успел. Фух. Надо поспать, наверное. Нет, быстрее выбираться. Так, из чего я могу скрафтить кровать, наверное? Да, овцы. Надо срочно убраться. Мои монстры, которые у меня в мире, только у меня не были другие, по-моему. Ай, жалко, я вообще не помню. Так. Так. Шерсть. Может быть, надо... Да, вот так, наверное. Да, кровать. Фух. Я поспал. Вроде меня никто не тронул ночью. Они сгорают, отлично. Значит, они меня не будут утром трогать. Стрелы и кости. А с этого ничего, видимо. Видимо, не всегда попадают. Я вижу очень много тут всяких разных животных. Вот, например. Я тут вообще никого не вижу. Да? Да? Так, ну что? Давайте побежим в ту деревню. А еще я вижу, в этом доме есть труба какая-то. Да, есть печь. Плавильная печь. Значит, наверное, я в ней могу плавить. О да, я могу переплавить медь. И теперь я могу себе, наверное, сделать какие-то хорошие инструменты. Так, медные слитки. Книга рецептов. Я могу узнать, как что-то крафтится. Так, вот. И крафтим себе медную кирку. Стоп. Я не могу. Почему? Я-то думал, можно. Что, ну, пока оно плавится, я вижу сено. Возможно, оно тоже как-то пригодится в создании. Во. Железо. И я вижу... О, да! Можно скрафтить намного лучше вещи. Железная кирка. Я вижу, еще могу скрафтить себе щит. А это значит... Вот. Все, значит, если на меня кто-то нападет, я смогу прикрыть себя. Во, все, еда есть. Отлично. Так, это булыжник. Он у меня есть. Камень есть. Что это? Гладкий камень. О, я видел, я могу плавильню скрафтить из него. Значит, забираем все это... потому что я смогу еще скрафтить. Тут я вижу голема. Наверное, мне лучше его не бить, потому что... зная всю деревню, на одного нападешь, и все на тебя накинутся. Я не хочу, чтобы меня жители избивали тут. А еще какая-то новая руда. И еще, по идее, железная кирка должна добывать все быстрее. Но я хочу скрафтить себе
пока что. Допустим, вот этот камень. Отлично. Потому что так я буду быстрее добывать землю. Вот он, та самая руда. И блок. Какой-то жучок. Что это вообще было? То есть вы мне хотите сказать, я не буду ничего из него скрафтить? Не, ну вообще имба. Да, я вижу там кирпичи, наверное, это какой-то дом. Какой-то разрушенный. А, это не дом. Это не дом. Что это? Это очень похоже на то самое строение, которое было рядом с тем белым домом в том мире. Кусочки железа и золотые кусочки. Тут есть золото, вот оно. Наверное, надо аккуратно забраться, потому что не особо хочется упасть в лаву. Ого, из этого я, наверное, точно себе смогу скрафтить броню. Но для начала мне надо. О, мне сильно нету места в карманах, вообще нету. Наверное, я тут прямо обживусь, потому что тут как бы есть, я вижу лес, есть портал какой-то, как я понимаю, потому что это очень сильно похоже на портал. Вот что-то у меня в памяти есть, по-моему, это портал. Так, золотые слитки и железные слитки. 4 слитка. О! Я могу себе скрафтить броню, отлично. Так, у меня есть 9 слитков. Надо посмотреть, как крафтится броня. Нагрудник крафтится. Вот так. Так, шлем так. А, и ботинки еще. Наверное, мне надо скрафтить ботинки. И шлем. О, красиво. Надо посмотреть, что могу еще сделать. Вот из меди я вообще ничего не буду делать. Для чего она вообще существует? Так. Поставлю переплавляться еще железо. И мне интересно, как пожарить эту еду, как это мясо переварить. О, печь. Так, а может быть я могу ее также улучшить и, например, духовине. Нет, не вижу. А если так? О, броня железная есть. И кожаная есть броня, значит, я могу ее из кожи скрафтить. Да. Вот железный топор. Реально, сейчас может пригодиться. Есть еще 3. Наверное, нет смысла там сейчас еще что-то делать. Так, ставим печь. А, и у меня нету больше ничего. Так, я видел, что там были сундуки, значит, мне тоже надо. О, сундук. Наверное, сюда сейчас сложу все лишнее. Вот это все мне не нужно. Хотя вот это может пригодиться. Вот, я вижу очень большой каньон. Очень большой. И там я вижу железо. Отлично. Вот тут железо поблизости. Если я не допрыгну. Если я не допрыгну сейчас, это будет обидно. Ой. Я вижу уголь. Да, вот он. Так. Все, железо есть. Может еще какие-нибудь. Нет, видимо, больше тут нет. Теперь мне надо думать, как спуститься вниз. Вот прошлый каньон я падал и приземлялся в воду. И мне было абсолютно нормально, значит, надо где-то найти воду. Да, ведро. Все, отлично. Теперь мне надо найти воду где-нибудь. Мне надо просто добыть угля. Просто угля. Просто угля. Просто угля. Вот он.
Еще тут, наверное. Наверное, надо скрафтить костер. Потому что, мало ли, тут выпадет снег. Я не знаю, просто это другой мир. Как бы тут все может быть абсолютно по-другому. Заканчивается и не заканчивается. Я уже очень сильно себе сломал кирку. Да, броню нельзя, ничего нельзя. Но мне нужна по-прежнему вода. Так, наверное, половину сюда, половину сюда. Бревна, палки и уголь. Возможно, где-то не там ищу. Конечно, сомневаюсь в этом. Так, о, жареная свинина. И она восстанавливает больше, чем хлеб. Значит, она лучше. А еще железо. Фух. У меня есть еще еда, которую могу пережарить в печке. И, наверное, мне надо все-таки теперь скрафтить костер. Берем доски, которые у меня были. Крафтим палки. И крафтим костер. Поставлю его где-нибудь. Тут. Отлично! Я могу на нем пожарить стейки. Пока вот так вот. Доченьки. Быстрее! Быстрее! Если они меня увидят, то это капец. Отлично. Ай-ай. Меня уже увидели, я увидел. Я увидел, что меня увидели. Скорее, 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 скорее. На. Все, отлично. Золотой. А железа у меня нет. Но. Я видел в том каньоне железо. Но мне нужна вода, чтобы туда спуститься. А по-другому, я не знаю, как спускаться. О, безболезненно. О, железо. Так. Ну, все, больше нету. Еще, отлично. Я же говорил, что в пещере много лучше. Пещера. Как она далеко идет. Какая она глубокая, просто посмотрите. Тут еще железо есть. Еще. Еще все, мне этого точно должно на что-то хватить. Это настоящий враг народа. Все, бит. Но он очень сильно бьет. А, это гравий? Мне показалось, что он упал. Ну тут вроде блоки не падают. Возможно, это свойство этого блока. Он может падать. Так, еще поставлю тут факел. А, и я еще пробежал это железо. Ставлю здесь факел. Как я понимаю, утром, если все эти злые монстры не спавнятся, то, скорее всего, они не спавнятся и в пещере, когда светло. Потом тут светится. Что это такое? И что это? Еще железо. Так, я пока что не знаю, что это. Но это какой-то глубинный сланец. Это какой-то глубинный сланец, который... Я спустился ниже, и тут какая-то... О, золото! Золото намного ниже спавнится. Вот оно что. Я вижу еще какую-то руду. Я пока пробегусь до этой руды. О, железо. И... Ух ты, она светится. Так, я ее тоже добуду. Я могу ее добыть. Это артстоуновая пыль. И тут еще есть... золото. Но я вижу там свет. Я вижу еще редстоун и вижу железо. Очень плохо, но вот я его разглядел как-то. Это какие-то осьминоги, которые светятся. Я вижу там еще глубже золото находится. И там, по-моему, стоит лучник. Да, это лучник. Это кто? Что это такое? Почему? Почему он без рук? Что это такое? Помогите кто-нибудь. А это вот та самая штучка. Что? Он
Взрывается. О, что это такое? Это не похоже на вот эту руду. Это руда синяя, а это какая-то голубая. И, наверное, повыше, чтобы они не достали меня. Да, вот так вот. И вот так аккуратно добываем. О, это алмазы! Обалдеть! Я нашел какие-то алмазы. У меня в мире, по-моему, тоже есть алмазы. Кстати, сейчас у меня голова не так сильно уже болит. Так. Вот это вот какое-то существо. Очень похоже, кстати говоря, на того самого человека, только этот зеленый. Так, я вижу еще очень много железа. И редстоун там тоже есть. Но я не думаю, что из пыли можно скрафтить себе какую-то броню или инструменты. Что? Я просто копал железо и нашел еще такую руду. Это алмазы же, точно. Обалдеть, у меня есть целых 4 алмаза. Мне интересно, из этого можешь что-то скрафтить? Если нет, то это, блин, я не знаю, для чего они вообще нужны. Самая штука, которая взрывается, не подходи ко мне. Нет, она сюда идет. Это что такое? Я не знаю, кто это. Ой-ой-ой. Ай, как больно. Наверное, надо щит уже с собой носить. Ой-ой-ой, темно очень. Взорвал мне факел тут. Так, у меня есть 4 алмаза. 40 желез. А, господи. Я не буду, наверное, больше сюда идти. И я не вижу свет. Возможно, я настолько глубоко, скорее всего, что уже даже свет не видно. А, вот он, да. Я реально глубоко очень. Итак. Ставим переплавляться железом. И, наверное, я попробую вот этот стейк. Хотя они, по-моему, такие одинаковые, как свинины. Наверное, это специально. О, еще баранина есть. Так, алмазы. Алмазные ботинки. Так, тут есть характеристики. 3 брони, 2 твердости. А тут 1. А мне интересно еще, что будет у железных. 2. Значит, алмазное — это самое лучшее. Обалдеть. Вот, смотрите. Разделение. Наверное, я сейчас крафчу себе штаны. И ждем еще, пока что-то будет. Так. Классно. Так, а сейчас крафтим нагрудник. И все, я защищен достаточно хорошо, вот если посмотреть на эту полоску. Но есть еще алмаз на броне. А она самая лучшая. И мне еще интересно. Да, я могу взять это. Но, наверное, мне сейчас не нужно. Так, еще железо. Ну, каменная кирка мне уже, скорее всего, не пригодится, как и деревянная. У меня есть и железная, и алмазная. Пиво снова вот так. Железо. Наверное, пока что. Да, тут тоже можно добавить, но оно намного медленнее плавится, чем в половине пища. Но я думаю, на этом серию можно заканчивать, потому что смотрите, как хорошо я развился, какие у меня инструменты, какая у меня классная броня. И это просто очень замечательный мир. Просто я так впечатленным. Есть разные животные, тут есть какие-то монстры, какие-то постройки, всякие разные, что это, принадлежности какие-то, что ли, как это еще можно назвать. А это был сериал «Неопознанность», самая первая серия по данному летсплею, и это сюжет, да, это сюжет, все так и должно быть, не удивляйтесь. Сюжет не будет прямо каждой серии, поэтому я надеюсь, вам понравится, и вы оцените это, поддержите. И я тогда точно буду продолжать.
И ведь я только начал. Серьезно. В этой сборке даже нет модов. Кроме тех, что... Я думаю, понятно к них. И всем удачи, и всем пока.